В Омске стартовал всероссийский проект «Диалог на равных». Он призван показать молодежи на примере успешных и известных людей, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе. В этом году проект охватит 35 субъектов Российской Федерации, в числе которых и Омская область. Остальные регионы присоединятся к диалогу уже в следующем году. Спикером первой омской встречи в рамках проекта стал председатель регионального отделения ДСАФ России Александр Фабрициус. Он пообщался со студентами СИБАДИ о том, почему важно выбрать профессию себе по душе и как профориентация влияет на общее качество жизни. Также известный спортсмен рассказал немало интересного о своих личных достижениях. Я всегда говорю всем ребятам, что вы должны смотреть, видите профессии. Сегодня есть возможность ходить, посмотреть, да, профессия врача, профессия учителя, профессия, я не знаю, там, инженера, профессия дорожника. Мы все индивидуальны, и каждый человек может найти свой интерес в любой профессии. Если ты нашел, если ты влился в коллектив, и ты полюбил эту профессию, как я сегодня сказал, то ты можешь себя считать счастливым человеком. Очень трудно жить по жизни, если ты выполняешь то, что ты не любишь. Я считаю, что человек должен найти себя, поэтому вот как раз рассказать о том, какие есть профессии и как я прошел свой путь, нашел себя. Я ушел, еще раз повторюсь, в сельхозинститут, должен был быть агрономом, но поменял, и, наверное, сегодня это моя жизнь, это моя профессия, которая позволила мне быть счастливым человеком. После выступления спикера студенты задали немало вопросов, связанных с направлениями работы ДСАФ, и спрашивали Александра Соломоновича о том, как можно вступить в ряды их общества. От такого неформального общения у всех остались положительные впечатления, и у многих студентов появилось желание попробовать что-то новое для себя. Так как такие люди мотивируют каким-то грандиозным поступком. Я узнал много новых направлений спорта, и раньше я не учился на права, даже не было никакого интереса, и после этой лекции как-то даже захотелось пойти поучиться. Ну, и заинтересовал, конечно, парашютный спорт. Думаю, в ближайший год сходить, прыгнуть с парашюта. Очень довольно интересная лекция была, узнать о разных направлениях ДОСАФа России в Омской области. Появился некоторый интерес к данным направлениям. У меня у самого есть права, но, к сожалению, не вожу машину. Ну и вот после этой лекции даже захотелось как-то попробовать. Впереди в рамках диалога на равных омских студентов разных учебных заведений ждет еще немало интересных встреч с выдающимися людьми, работающими в совершенно разных направлениях. Причем спикерами будут выступать не только представители нашего региона, но и федерального уровня.